написанных книжках он был далеко, а стал вдруг близко, о нем говорили, о нем пели песни, и нам повезло оказаться здесь вместе. Когда рождается артековская песня? Когда в одном отряде собираются музыканты, авторы, исполнители. Вдохновленные артеком, ребята из лагеря «Лазурный» написали песню «Наш лазурный артек». Принесли слова, мы пару раз их прочитали громко, а потом с Максимом посидели минут 15-20 и совместно мы в фильме написали музыку. Артек – это такое место необычное. Вообще, мне всегда казалось, что артек – это что-то такое недосягаемое, нереальное. Вот про это, наверное, про то, как мы сюда все попали, все сдружились, и как будет грустно расставаться. Уже так мало дней осталось. Песня для артека теперь уже традиция. Главные хиты, простые, легкие и зажигательные, рождаются сами собой. Еще бы, ведь с одной стороны яркая, насыщенная жизнь, с другой – волшебная природа артека. В свое время на тропинках Лазурного встречали музу Александр Сергеевич Пушкин, Федор Иванович Шаляпин. Вдохновляют горы, море, также отряды другие поющие. Аюдар, то есть очень красиво, потом Адалары. Ребята из отряда поддержали юных авторов и с удовольствием разучили песни. Теперь для них каждый вечер завершается пением под гитару. Вместе петь песни – это, ну, мне кажется, для артека вообще все традиции, связанные с собиранием отряда в одном месте и совершением какого-то общего действия, это все одинаково приятно. А песни еще и с глубоким смыслом. Я думаю, мы передаем будущему поколению то, что происходило с нами в их возрасте. И тем самым продвигаем их вперед. На вопрос, кому из звезд они доверили бы исполнить эту песню, ребята в голос отвечают артековцам. Эта песня про них и для них. Мне кажется, что эту песню, ну, не стоит исполнять знаменитым людям. Ее стоит петь, наоборот, в отрядном круге, наоборот, вот как мы пели под баян с Евгением Семеновичем. Мне кажется, она должна стать, ну, вот такой песней для детей. Артек, наш любимый Артек, Артек, наш лазурный Артек, другие займут наше место. Артек – это мир детства. Еще раз. Вы, ребята, молодцы! Артековцы!